Ну, лифт здесь уже давно не работает, потому что в доме нет электричества. Послушайте, я вижу совершенно удивительную вещь. Мне кажется, одна из жительниц этого дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. Этажом выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет, в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. Вот четко видно, смотрите, по жилым домам. А потом будут говорить, что они не расстреливают мирное население. Поверни камеру, частный сектор. А потом говорят, что украинская армия не стреляет и не ведут прямые наводки по частному сектору. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. Ствол еще... О, да. Ствол еще теплый. Ну вот, слышите, этот грохот обрабатывает периметр вокруг нашего здания. Не знаю уж, попадут в крышу, не попадут, но это работает сейчас град. Вот уже, собственно, вторая машина прилетела. Вот, хорошо. Залпов 80. Уехали.